совхоз имени Ленина обрушился ураган с дождем и шквалистым ветром. Порывы ветра достигали порой 20 метров в секунду. И хотя инженерные системы напор стихии выдержали, но не обошлось без потерь. Несколько упавших деревьев повредили 3 припаркованных автомобиля. На устранение стихии срочно был мобилизован отряд специалистов ЗАО «Совхоз имени Ленина». Потому что да, там свободно, я ну, первые да, деревья, да, которые да, с этой да, стороны, они сразу. Очень здорово разгуливается, там с полей идет вообще. Юрич! Там даже помнишь, когда был этот ураган? Ураган, помнишь, был давным-давно? И тут люди. Это смешно. В 16-м доме тогда шифер. Это ваша, да, машина? А что, как ветер дунул и прям сразу же накрыло? Что, да? Нет, ну, как ветер дунул? Непогода была, мы стояли, смотрели в окна. Как? Мы дома просто были от мамы. Ну, то, что рухнет, не было, да, такого? Ну, кто же предчувствие. Знал? Да что вы, нет, ну как предчувствие? Я вообще боюсь этих деревьев просто. Мы когда жили в другом месте, у нас так на балкон упало. Непогода есть непогода, тут разве это годами. Слушай, а может лестницу какую-то вот эту вот? Сейчас экскаватором тут проще. Мы сюда не помыли. Не надо, наверное. Сейчас мы тут что-то хренапит машину какую-нибудь экскаватором. Метр 8. Сереж, лестницу какую-то, стремянок нету? У вас стремянок нету такой? Сереж, я слушал потому что... Я и так достал. Не надо, не надо, не надо.
Ну остался хорошо, а что такое? Нет, просто они им чревец, он звонил, они говорят, ну они шутили. Да. Поэтому им без надо зафиксировать. Ладно. Юрич, я пошел? Да. А нам будем вводить тогда, да? Так. Нам тоже сейчас. Вон Федя не стоит. А вот это не надо ебать. Я думаю, слушай, а может лестницу какую-то вот эту вот? Сейчас экскаватором тут. Проще, он сюда не поможет. Не надо, наверное. Сейчас мы тут еще хренакать машину какую-нибудь. Экскаватором. Метр 8. Сереж, лестницу какую-то примерно. Нету? У вас стремянок нету такой? Я и так пока можно. Это старые деревья падают или что? Или сильный ветер? Нет, это не старые деревья. Это что-то... Ну просто с этой стороны видно, что если ветровой фронт пошел отсюда, в фронт, то клены пострадали, потому что перед ними ничего не стоит. Тут видите, ничего же не пострадало здесь.